Моногород, автомобильная столица, центр химической промышленности. Таков Тольятти в глазах россиян. Но за стенами заводов и предприятий-гигантов кипит разнообразная и насыщенная жизнь. За мной зритель, и я покажу тебе творческий ландшафт города, его культурную панораму. Меня зовут Ирина Грумеза. Добро пожаловать в другой Тольятти. Классическое произведение, написанное давно-давно, нужно ставить, как будто оно написано сейчас. Вот. Оно вот, даже послушаешь текст, ну просто все. Вот то, что сейчас происходит у нас в нашей жизни, даже эпидемия, и то совпало. Конечно, авторская кукла, она не предназначена для игры. Она в первую очередь произведение искусства. Что такое мертвые души, а? Господа, я такого мнения, что это дело надо хорошенько рассмотреть, сообща, как в английском парламенте, чтобы докопаться, так сказать, до сути, до всех изгибов. Главное, что такое Чичиков. Такую классику точно не назовешь скучной. В «Колесе» премьера спектакля «Мертвые души» по мотивам поэмы Николая Гоголя. Жанр постановки – фантазия-квест. Совершенно неожиданная интерпретация. Квест, который Чичиков проходит за время этого спектакля, да, у него меняются сцены. Миссия купить души. Да, и в этом есть какой-то квест определенный, да, который ему надо пройти. Ну а фантазия – это, наверное, фантазия режиссера. Да, он это все закрутил, он это все выдумал. То есть Ребусов режиссер назагадывал? Назагадывал, да. Я думаю, это зрителю придется поразгадывать немного. Отдайте же мне, Петровна Анастасия! Я денежку вам дам! Кого, батюшка? Вот всех тех, что... Что-то я в толк не возьму. Мне ж ты хочешь ты их откопать из земли? Этот спектакль по приглашению Натальи Дроздовой поставил известный российский режиссер, юморист и телеведущий Игорь Косилов. Я просто знала, что у него есть эта инсценировка, которую он написал несколько лет назад. Я знала ее, читала. Он мне делился планами вот несколько лет назад, и меня тогда это очень впечатлило. Я говорю, это такая современная поэма, и Гоголь в этой форме, такое прочтение свое Гоголя, такое именно его косиловское, такое напористое, такое чуть бесовское. В этой постановке появляется герой, которого нет у Гоголя. В программе спектакля он обозначен как первый. На протяжении всего действа он и наблюдатель, и создатель событий. Ими первый управляет с помощью своей свиты. Мы команда первого. Мы люди, которые... Мы правим миром. Мы создаем события, которые происходят в городе. Мы создаем все грехи, которые люди подвластны. То есть мы создаем... Ну вот иногда, да, вы дома сидите, например, да, выключен свет, вы там смотрите телевизор, и раз так кто-то пробежал, раз, что? Вот это мы. Неизменной остается в спектакле пятерка помещиков, у которых Чичиков покупает мертвые души. Плюшкин – это скупость, Коробочка – жадность, Манилов – это дурость, вот мой персонаж. Поэтому это такая некая фантазийность. Да? Человек мечтал строить мосты, ничего не делая, да, лежа, куря трубочку, ходя все время в халате и живя в каких-то своих фантазиях. У нас соединяется
драматический, психологический театр с острой гротесковой формой, то есть такой фарс. Драгоценнейший Павел Иванович, наконец-то вы осчастливили нас своим посещением. Радость-то какая для меня и для всей Маниловки. Классическое произведение, написанное давно-давно, нужно ставить, как будто оно написано сейчас. Вот. А ну вот даже послушаешь текст, ну просто все. Вот то, что сейчас происходит у нас в нашей жизни, даже эпидемия, и то совпало. И все проблемы, и дороги, и взаимоотношения, а главное – души. Души, которые мы теряем. Лгать, обманывать. И это становится нормой. У нас тоже ведь в обществе такая есть тенденция, что жить применительно к подлости – это норма. Но это же это страшно. Мы и так мы теряем душу. Мы мертвеем. На все ребусы, загаданные режиссером, зритель получает ответы в конце спектакля. Тогда становится понятно, и кто такой первый, и что такое Чичиков. От барокко до панк-рока. Такая выставка работает сейчас в Тольяттинском художественном музее. В ней соединили музыкальные инструменты и авторские куклы. Лариса Ивановна, расскажите, как родилась такая идея? Дело в том, что эта выставка у нас уже не первый раз. Мы ее организовываем в 9-й. И в этом году мы взяли тему, то сделать такую вот музыкальную. А почему вот от барокко до панрокко? Чтобы было и возможность какую-то старину показать, и возможность показать что-то современное. Ну вот мы с вами стоим около композиции. Здесь используются куклы, можно так сказать, целая коллекция кукол Анны Ханжиной, в которой мы видим ее герои взаимодействуют с музыкальными инструментами, и каждый герой – это своя целая история. Вот, например, мы видим вот такого кота, сидящего на старом доме, да, вот с такой скрипкой, да, играющей мелодию под луной. Надо обратить внимание, что здесь используется очень интересная техника. Это папье-маше и вот такой вот текстиль, да, который вот, получается форма такая немножко изломанная, тоже состарившаяся, да, и, конечно, сам город такой немножко старый. Вот эти куклы, я вижу, выполнены совсем в другой технике. Кто автор этих работ? Это Елена Примака, город Самара. Ее куклы действительно совершенно другие. Они, во-первых, и по размеру, мы видим, они довольно-таки большие. И очень сказочные, даже фантазийные. Они выполнены в технике ладол. Эта техника позволяет, во-первых, создавать и тело куклы, и руки, и лицо, действительно вот напоминающие, ну, что-то отдаленное человека, и в то же время это действительно скульптура, да, потому что это вылепливается из специально вот этого материала ладол. Ну вот вы обратили внимание на куклу Вильям, да, это такой министрель, играющий на старинном музыкальном инструменте мандолине. Министрели ходили по разным городам, селам, да, таким образом, играя на какие-то баллады на своих инструментах, да, зарабатывали таким образом себе на жизнь. И вот, несмотря на его, можно сказать, лохмотье, да, мы видим, что и платье его такое в заплатах, но действительно его такое тонкое, одухотворенное лицо, потому что он весь в музыке, да, вот как такой растворившийся. На эльфа похож. Да. Но и куклы ее, они тоже очень экзотические. И огромное внимание уделено костюмам. Да, их костюм, просто можно рассматривать бесконечно. Это просто великолепный. Сами они такие очень возвышенные, романтические куклы.
и вышивка, да, видно, как мастер поработал над этим образом. Я правильно понимаю, что эти куклы, они не для того, чтобы играть, а это произведение искусства? Конечно, авторская кукла, она не предназначена для игры. Ведь когда автор задумывает свою куклу, он, во-первых, ее сначала придумывает. Придумывает ее образ, придумывает характер. Потом он придумывает, в каких материалах она будет сделана. И поэтому от мастера, во-первых, зависит, сможет ли она вызвать в нас ту бурю эмоций, которую и хотел бы это сделать мастер. Вот, например, работы, да, которые мы здесь видим, стоят на витрине, это Ирины Савельевой. Они выполнены из дерева. Здесь дерево, ткани, текстиль, и каждая кукла, она по-своему интересна и по-своему очень, ну, как бы со своим характером, да. Вот, например, вот эта вот такая тонкая, изящная, ну, буквально совершенно невесомая лесная фея. И вот тоже очень интересная Пьеретта с воробьем, да, такая вот немножко гордая, возвышенная, да, вот у нее и руки в карманах, она знает себе цену. И еще у нее вот очень интересная работа у Анны Княгиничевой, это птицы самарские. Вот мы здесь видим, да, на канализационном люке сидят голуби, которые вот таким образом зарабатывают себе на жизнь, да, на пропитание. Ироничная, да, такая. Ну, работа. Немножко иронично, и в то же время так по-сказочному, так по-доброму, что действительно надо беречь природу, оберегать наших птиц. Здесь такая интересная история. Выполнила ее Татьяна Манычева. Она режиссер театра «Секрет». Связана действительно с музыкой, с пьесой Жана Ануя «Оркестр». И дело в том, что в 1998 году эту пьесу они сыграли на сценах Авиньона во Франции, и сыграли не на русском языке, а на французском. Вот здесь как раз сцена из, опять же, придуманной художником, придуманной мастером из этого спектакля, как бы образ любви дирижера этого оркестра и его возлюбленной виолончелистки. Вот, поэтому, когда он играет на рояле, он представляет в своих мыслях свою возлюбленную, поэтому ее здесь видим, такой возлежащий на рояле, а когда она играет на виолончели, то она все мысли ее о своем возлюбленном, который, вот, видите, как бы выходит из виолончели. Да? Вот такой немножко интересный образ получился. Вот здесь я вижу не просто куклы, а как будто декорации для какой-то сказки. Здесь два автора в этой витрине. Это Инна Исайкина. Вот ее очень интересные, немного загадочные, такие. Да, лесные жители. Это эльфы, тролли, баба-яга, колдунья, да. Вот это немножко даже страшноватые такие образы. И вот великолепный образ Ксении Мингалевой, этой Самары. Малинка на троне и дракон малиновый куст. Здесь, во-первых, и сам образ очень интересный. Да, очень необычный. И надо обратить внимание еще, как декоративно подошла мастер к этому исполнению. Здесь и вышивка, и вот этот вот вплетение бусин, бисера. Образ действительно такой вот очень характерный. Его хочется рассматривать, да, рассматривать и придумывать сказку. А вот эти гитары автор Алексей Ерофеев выполнил буквально из подручного материала. Из лопаты, из канистры из-под масла, и эта часть выставки интерактивная, то есть мы можем услышать, как они звучат. Для посетителей с детьми, да, в принципе, и для взрослых, здесь также представлены вот эти инструменты. Их можно взять и создать собственный ансамбль. На сегодня это все. Мы увидимся с вами ровно через 2 недели. Место встречи – другой Тольятти.